Всех приветствую. У нас сегодня третья завершающая лекция. Вчера я показывал NFU-20, они подгружались. Сегодня подгрузились, поэтому начну коротко с них. Напомню, что мы рассмотрели как раз возможность свопинга самих NFT-шек. Как видите, коллекции здесь идут whitelist-ом. Как я говорил, есть два основных способа, либо blacklist, либо whitelist. Ну, здесь сделано через whitelist, потому что это, конечно же, проще, но не значит, что правильнее, в принципе. Но эта тема уже пройдена. А еще один проект, который я хотел бы затронуть, это, соответственно, SOF. То есть, если вы когда-нибудь увлекались DeFi продуктами, то это очень похоже на Volt. И, соответственно, они сделаны в виде полувзаимозаменяемых токенов. Соответственно, здесь достаточно просто подключить, законнектиться кошельком, и вы можете купить долю владения. Единственное отличие состоит в том, что, ну, во-первых, это сам актив, передаваемый в виде полувзаимозаменяемого токена, а во-вторых, тем, что это фонд, и, соответственно, здесь до какой-то стадии есть выплаты обеспечены, дальше они уже идут в зависимости от того, какое решение принимает управляющий. Но если вам интересно, в какую сторону могут расти как раз-таки NFT 2.0 индексы, то это вполне себе продукт, который можно посмотреть. Но мы его аналог тоже сегодня рассмотрим. В общем-то, напомню, что все проекты сейчас есть на агрегаторе. Их можно спокойно сортировать по разным сеткам, какую вы хотите. Всегда найдется там как минимум один проект, а в некоторых сетях, естественно, как видите, их будет больше. Но поскольку мы все подряд рассмотреть не можем, я сегодня хотел бы показать вам две механики, которые разительно отличают NFT 2.0 от всего, что в принципе существует на рынке, скажем так, на сегодняшний день. Одна механика – это кроссинг, вторая механика – это, собственно, патчное оборачивание. Кто-то называет его SAFT, кто-то вот называет там, SFT и так далее, но это все значения не имеет. Самое главное, что когда у нас с вами есть какой-либо токен с обеспечением, провалившись с него, мы можем увидеть, что, соответственно, у нас есть возможность подготовить кроссинг. Что такое кроссинг? По сути, это безбриджевой обмен. То есть, когда я беру, закладываю сюда все, что угодно, в данном случае лежат токены ERC-20, и в одной сети, соответственно, а в другой сети создаю ключ. Например, сейчас я нахожусь там в Binance Smart Chain и могу создать ключ в эфире, в матике. На самом деле я могу с таким же успехом создать и в Arbitrum, и даже в тестовых сетях, что самое интересное. Главное, чтобы в этих сетях находился Oracle. Дальше все, что мне нужно, это сгенерировать пароль. Ну, в данном случае он выглядит вот так. Его можно просто скопировать, но я могу его ввести руками. И дальше я стартую стандартную операцию, которая мне сделает связку вот этого вот нашего вместилища, да, соответственно, с нашим ключом. Зачем это нужно? Ну, если вы хотите сохранить, например, приватность или анонимность, или если вы хотите перейти потом на уровень L3 кошелька, то есть более безопасного, более прагматичного, ну и так далее. То есть, если у вас есть какие-то истории, связанные с тем, что вы владеете активом и хотите передавать их в одной сети, при этом владея ими в другой сети. Да? Если нет, например, прямого моста. В чем отличие от вообще мостового общения? Потому что вот многие, скажем так, не понимают преимущества. Преимущество очень простое. Когда вы создаете мост, вы должны ликвидность залочить в одном месте и в другом месте. У вас там появляются валидаторы, потом появляются какие-то верификаторы и так далее. Все это хорошо и замечательно, но, как вы видите, мосты очень часто ломают по этой именно причине, потому что сразу можно изъять много ликвидности. Когда же вы производите обмен с помощью NFT 2.0, то у вас получается фактически, вот здесь уже подготовленные бриджи, у вас фактически получается за улоченная ликвидность на одну сделку. Понятно, что если вы делаете все на общем контракте, это, конечно, тоже в итоге приводит к такой не тотальной, но централизации.
Но самое интересное, как я показывал, мы можем создавать, соответственно, разные в NFT и, соответственно, разные контракты. И поэтому на каждом контракте лочить определенную свою ликвидность. В самом таком тотальном случае, если вот вы когда-нибудь заказывали себе телефон Purism, да, то есть ты можешь не только телефон себе заказать анонимный, не только симку, но ты можешь еще его по частям получать, и хоть в разных странах и на разных лицах, а потом пересобирать, собственно, где-нибудь в четвертой вообще стране, например. Ну, то же самое. То есть, насколько у вас, скажем так, страдает паранойя. Но, опять же, это может быть дело даже не только в конфиденциальной информации, не только там в приватности, анонимности и прочее. Это может быть история, связанная с тем, что вы видите, что один чейн, например, супер популярен, а активы у вас лежат в другом. Вы можете все это, конечно, забриджевать, но у вас надежда есть на то, что, ну, например, в первом чейне тоже все когда-то случится, да? И, в общем-то, как правило, так и происходит. И поэтому вы просто можете создать ключ и этим ключом владеть, его передавать, переносить и так далее. Выглядит он следующим образом. То есть, по большому счету, это стандартная NFT-шка. В данном случае она создана в сети Binance Smart Chain. То есть, это NFT, которую можно пересылать, передавать, посмотреть ее на любом, соответственно, маркетплейсе, OpenSea, Rarible, или это будут какие-то истории, там, связанные с чем-то неклассическим, менее большие и так далее. У нее есть также метаданные, где мы можем видеть, собственно, картинку, которая отображается. Соответственно, картинка может быть любой, она может быть динамической по большому счету. В данном случае она просто генерируется автоматически, но по факту это может быть, например, сама картинка, да, как часть ключа. То есть она публична, и в то же время, например, только вы понимаете, как именно надо считать. Да? То есть это уже появляется у нас такой сегмент стеганографии. То же самое касается имени. В данном случае оно тоже идет стандартно, вы также можете ее назвать. То есть, если у вас там, например, 500 получателей, да, вы можете, пожалуйста, их стандартно как-то там обзывать, скажем так. То же самое касается всех ссылок на токен, на саму историю. То есть, вот мы сейчас видим эту ссылку, и если мы ее скопируем, то получим то же самое. В данном случае 56 – это сетка. Дальше у нас то, что 6А и так далее, это сам смарт-контракт, ну и 51, это, соответственно, у нас ключ. То есть вот в этой истории. Дальше, куда шагают проекты, пробуют, по крайней мере, шагать в моменте, это, соответственно, история, чтобы связка ключа и связка непосредственно NFT-шки, в NFT-шки с коллатером, она была уже полностью анонимна, полностью зашифрована. То есть в тот момент, когда вы создаете NFT, никто не знает, что вы создаете ключ конкретной ликвидности. И лишь когда происходит разворачивание, то есть в момент, когда получатель уже развернул и получил первичную ликвидность, только тогда, возможно, кто-то узнает эту связку. И то с какой-то вероятностью, то есть не 100%. Таким образом, мы получаем два больших плюса. С одной стороны, мы можем, например, заморозить все в эфире и оставить активы у себя. Ну, понятно, что технически ими владеет протокол, но имеется в виду, что физически они лежат вот у вас на кошельке. И, в общем-то, если протокол никто не взломает, как это происходит там с Uniswap, Aave и так далее, в большинстве случаев, то, соответственно, эта вся NFT-шка находится у нас во владении. Но, с другой стороны, мы можем передавать сам ключ. Это очень хорошо для залоговых сегментов, это очень хорошо для деривативов, это очень хорошо для индексов, это очень хорошо для Zero Knowledge Proof Mechanic, потому что фактически все, что нам нужно, это доказать, что я владею токеном на контракте, там, да, вот этим, 0.33 заканчивается, с ID вот этим, владея, соответственно, NFT, которая заканчивается 0.09D, ну и, соответственно, с ID-шником 51. Механика, которая здесь есть, она еще потрясающая тем, что я к ключу могу всегда добавить collateral. То есть я просто нажимаю здесь «Добавить collateral» и добавляю, например, какой-нибудь тестовый, ну, в данном случае USDC пускай будет. В принципе, дальше все, что мне нужно, это просто нажать «Confirm», сменить сетку, добавить этот актив. И таким образом получится, что мой ключ, который содержал, например, ну, там, какое-то количество токенов ERC-20 будет увеличен, да, в коллатеризации. Опять же, можно сделать в каких-то случаях
более гибкий протокол, который позволит изымать, да. В данном случае изъятие происходит путем сожжения вот этого ключа. Когда вы совершили его сожжение, то, соответственно, размотали себе вот эту вот VNFT-шку. Но никто не мешает, в общем-то, изымать просто сам коллектор. Но это, как правило, нехорошо для DeFi, потому что могут быть какие-то мошеннические схемы. Но хорошо, например, для GameFi, да, где вы, например, можете с помощью такой механики делать аренду персонажей, там, притом очень сложную. То есть хоть до секунд можете разбивать и, собственно, делать тайминг, и потом каким-то образом это смешивать с более сложными механиками, типа фарминга, ну и так далее. И что самое интересное, что мы можем с помощью массового оборачивания сделать передачу токенов любых, абсолютно любых, которые доступны в той или иной сети, где существует Oracle. В принципе, никто не мешает Oracle разворачивать по сеткам, которые существуют и в котором его еще нету. Для этого нужно взять, соответственно, open source часть, связаться там с командами и так далее. Ну, в общем и в целом никто не мешает это сделать. И в данном случае есть у Envelope такая фишка, почему я их показываю, потому что есть платные опции, а есть бесплатные. Я всегда для тестов стараюсь найти бесплатные опции. Да, здесь мы платим только за газ, оборачивание всегда можно сделать бесплатно, и следующее опять бесплатно, и опять бесплатно, и опять бесплатно. Вот. Что это оборачивание нам, собственно, дает? Оно дает нам возможность сразу же на несколько сетей отправлять различные активы. Это могут быть NFT, ERC-20 токены и, соответственно, все что угодно. То есть, в принципе, мы можем просто создать с вами какую-то NFT-шку, и при том мы можем сделать 5, 10 штук, 20. Если это BEP 1155 или там ERC-1155, то, естественно, тут будет еще у нас как бэч, так и само количество, да, то есть сколько копий помещается в каждый. Но мы используем 721, потому что это быстрее и проще. Более того, есть разные хранилища. То есть IPFS – это стандартное хранилище, а Swarm – это хранилище, если вы читали труды Виталика Бутерина, это то, которое отклеилось, так скажем, от Ethereum среды и до сих пор существует. Одно, кстати, из первых ICO, по-моему, 6-е оно было по счету в мире, достаточно успешное, и вот, у меня на тестовом кошельке нету этих. И, соответственно, вы можете эту историю применять. Дальше все, что вам нужно, это взять любые NFT-шки, которые вы хотите, и, соответственно, вы можете сразу их оборачивать. Поскольку у нас подписка уже есть, то мы можем всегда выбрать, какой актив мы хотим обвернуть и так далее. Соответственно, мы можем установить таймлок. Зачем это надо? Ну, то есть, если вы отправляете кому-то, например, какой-то подарок, чтобы он его не раскрыл раньше времени или еще для каких-то случаев, или, например, сделка проходит у вас по времени, вы можете поставить количество дней. Можете один поставить, можете поставить 22, ну и так далее, короче говоря. В принципе, вы можете настроить систему трансферов, комиссий, то есть кто и что будет получать в зависимости от того, как это переводится. Также я рассказывал частично про Soulbound токены, то есть потрясающий момент сейчас для комьюнити состоит в том, что если вы были на коллаб, коллаб DAO, да, вот эта вот штука, то, соответственно, вы знаете, что можно с помощью NFT-шек входить на Discord, в Telegram, можете создавать какие-то механики, но они являются не то чтобы устаревшими, да, но это скорее такой NFT 1.5, в том плане, что их коллатеризировать сами по себе сложно, они как такие NFT, которые промоутят какие-то комьюнити. Это очень круто, очень хорошо, и у коллаба неплохо получается, я сам состою в этом DAO, как и во многих других, связанных с NFT 2.0. Вот. Но, тем не менее, вы можете сделать SBT более гибкими. То есть, с точки зрения Evrop NFT, что такое SBT? SBT – это когда нельзя развернуть, то есть unwrapping. Это когда нельзя, соответственно, передать. Но при этом мы можем добавлять коллектор. И, в общем-то, изымать тоже можем. Ну, в данном случае механика не предусмотрена, но в целом, технически, в гибких протоколах это возможно. Соответственно, если у вас нету разворачивания, значит, вы
таким образом запрещаете в NFT превращать в NFT-шку. То есть зачем это надо? Ну, самая стандартная история, которая присутствует, это, например, билеты. То есть билеты, которые вы покупаете в виде NFT-шки, понятно, что они вам нужны, соответственно, в какой-то момент времени. А потом, что вы с ними делаете? Вы их гасите. Да, вот я вам там показал сервис, который этим занимается. И, соответственно, когда вы их гасите, эти билеты, то у вас должна появиться в NFT. И все, у вас уже NFT помещено в NFT. Все знают, что вы уже погасили билет on-chain, понимаете? Сейчас в основном билеты гасятся off-chain. То есть с помощью Oracle, с помощью там стандартных скриптов и так далее. Это, конечно, механика допустимая, но она не трушная, во-первых. А во-вторых, с ней есть большая проблема, потому что Oracle может потом когда-нибудь сломаться, если мы сейчас говорим не про децентрализованный Oracle, да, то есть если мы здесь говорим про децентрализованный Oracle, то в гашении билетов, как правило, это просто скрипт, который на сервере висит, и все, вот весь Oracle. И поэтому, соответственно, когда мы делаем андропинг, мы запрещаем как бы шаг назад, то есть мы говорим о том, что билет погашен, все. И, соответственно, мы тем самым убираем лишние спекуляции, каких-то ботов. Вот сейчас аирдропы очень сильно борются с CBL-атаками, когда один там какой-то человек майнит по 5000, да, и более. И потом они выясняют, долго мучаются. А на самом деле СБТ, как я уже говорил, решает эту проблему просто на ура. И мы также можем всегда эти СБТ делать как на бесконечное время, так и на какой-то период. То есть, например, как раз для аирдропа, да, то есть у тебя пролежала СБТ-шка в течение 100 дней, соответственно, ты получаешь потом эту возможность. Многие скажут, что потом будут боты для СБТ. Да, но проблема заключается в том, что сделать аккаунтинг с хорошим прокачанным аккаунтом, валетом, да, своим кошельком, то есть как там minoscope.eth или что-то подобное, и на него еще навернуть несколько СБТ, это каждый раз вы сильно усложняете задачу. И каждый раз это будет делать все сложнее, сложнее, сложнее. Плюс к этому будет понятно, кто и где действительно делает руками, а кто и где пытается мухлевать. Потому что, ну, если я вот сейчас здесь сижу, я как физический, как человек, не могу находиться на каком-нибудь другом сайте. Например, на MetaMask или там еще где-то. Вот. Поэтому у нас есть с вами такие опции. Запрещение трансфера, оно нужно зачем? Затем, чтобы СБТ закрепилось за вами. То есть тогда это реально СБТ. Потому что очень многие говорят, у нас передаваемое СБТ. А это не так. Soulbound токен, он потому и называется душепривязанный токен, что вы не можете его передать. Он говорит о том, что вы имеете какой-то полуавтономный профиль, неважно, в ENS DAO или там бывший BitDAO Mantle, да, либо там в маленьких каких-то DAO, типа того же SOFA, Charge Particles или Envelope. И, соответственно, вы не можете передавать. Поэтому очень простое правило. Если можно передать в NFT, значит, это не SBT. Если передать нельзя, значит, это Soulbounce. То есть Soulbounce, получается, это неразворачиваемый, непередаваемый в NFT-шке. Ну, в данном случае я не буду ставить. И дальше вы можете просто указать адресата. Это может быть один адрес, это может быть 5 адресов, 10, ну, в зависимости от того, какой глубины вам надо. Соответственно, погружение, скажем так, в это все. В зависимости от того, сколько вы наминтили, то есть 3 копии, 5 копий и так далее, у вас будет появляться количество, соответственно, ну, один айдишник, два айдишника и так далее. И дальше вы просто производите оборачивание. И таким образом, если вы когда-нибудь занимались аирдропом, то вы можете тем самым отправить большому количеству людей не просто, например, токены, да, что в аирдропе, ну, стандартная какая-то уже стала механика, которая всем понятна и так далее. Но еще вы можете передать сразу, например, NFT для тех, кто бустил. Вы можете передать нативные монеты для того, чтобы у них был газ, там, например, для разворачивания вашей сетки. Вы можете передать им какие-то зашифрованные данные, потому что если вы пользовались OpenSea и видели, что там есть шифрованный контент, в NFT-шках это тоже допустимая история. То есть до разворачивания контент будет зашифрован. И таким образом вы можете делать очень гибкие механики, которые в итоге приведут вас к тому, что вы сможете абсолютно
за там 5-4-6 кликов настроить свое комьюнити так, что с первого же этапа сразу же вы будете действовать уже в рамках, соответственно, какой-то очень гибкой настраиваемой механики. То есть вспоминаем, что NFT 2.0 – это часть программируемых активов. Вот они поэтому называются программируемым, потому что мы можем гибкость поведения задавать, собственно, ноу-кодом. То есть я ничего здесь не накодил, я просто заполнил поля, и у меня получилась примерно вот такая история. Как видите, у меня есть айдишник, у меня есть контракт, соответственно, 721 токена, и я передаю на адрес Miniscope BNB, я передаю на адрес, соответственно, F8, ну и так далее, там 812, и тем самым я настраиваю, что у меня передается не просто ERC-20 токен, как это сейчас там принято, а передается более гибкая механика. И внутри самой NFT-шки, как я уже показывал на дашборде, я еще могу настроить эти механики. Я могу поставить таймлок, я могу сделать трансфер фи, я могу, если мне нужно, сделать мультиколлетерал, то есть, например, мы будем владеть с вами этим коллетером там попеременно или каким-то еще образом. Либо я могу вот как здесь сделать настоящий индекс. То есть у меня здесь есть индекс, который по требованию обновляет метаданные. Соответственно, вот эта картинка, она не статичная, она динамичная. То есть если я сейчас перейду и обновлю ее, она, соответственно, поменяет свои цены. Ну, это можно, в общем-то, здесь увидеть. И здесь есть внутри уже лежит какое-то количество активов. Соответственно, саму NFT-шку потом также можно обернуть. Вот. Но в данном случае это получается та NFT, которая лежит в коллатерале вот, динамического уже обернутого в NFT, но сути дела в принципе не меняет. И в этом вот прелесть. То есть, соответственно, мы с вами получаемся, находимся в Binance Smart Chain, настраиваем все, что нам нужно, дальше просто переключаемся в Matic, да, за счет связки, за счет кроссинга мы, соответственно, получаем с вами возможность работы уже в другой сети. Вот. И получается, что мы в двух сетях уже с вами настроили какую-то гибкую механику. Потом вот здесь вот есть там фарминг. Можно, пожалуйста, сделать и соответственно, и ликвидный фарминг, и тоже его заложить. И у вас получится начисление процентов уже внутрь вот этой NFT-шки. И внутри этой NFT-шки у вас будут уже какие-то вещи, которые дают вам условно пассивный доход, о котором так все толдычат, и так далее. Ну и в конце я хотел, наверное, бы несколько, буквально 5 минут уделить статье. Она объективно заняла, там входит топ-10 по Web 3.0 на HackerNoon за 2023 год. Поэтому, собственно, наверное, достойно внимания. Здесь, если вам прям заинтересует эта тема, здесь есть основные показатели рынка, базовые все ссылки, которые я в том числе проговаривал. И что самое интересное, здесь есть основные направления, где можно пощупать руками, прям потрогать NFT-шки. Потому что вот часто я слышу, ну это какой-то такой рынок, который вот мало кому понятен. На рынок NFT 2.0 очень похож, знаете, на какой рынок? На рынок DAO. Вот. Почему? Потому что есть как минимум три тезиса, которые очень хорошо показывают эту связку. Смотрите, что такое DAO? Ну вот оптимизм, да, фактически это сетка L2. Арбитрум это тоже сетка, тоже L2. Mantle тоже построена на обстеке, тоже L2. Uniswap это DeFi. Gnosis, ну это тоже, наверное, к DeFi относится, да, несмотря на то, что там есть и сетка, и вообще и так далее. Но Gnosis Safe это, наверное, такой все-таки мейнстрим, такая жемчужина. ENS это инфраструктурный проект. Ну, Ethereum Foundation, тут, наверное, и так все понятно. Мой любимый DDEX, да, биржа торговли деривативами, это тоже DeFi. И поэтому, когда мы говорим с вами про рынок DAO, то мы на самом деле имеем в виду, что вот это все, Lido, Polygon и так далее, там Frax, кстати, очень хороший проект, и прочее, 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 вот это вот все, а там уже больше 1000 проектов, и чем дальше вы листаете, тем больше будет разнообразней вся эта инфраструктура. Это все про DAO. И поэтому, когда мы говорим про DAO, мы с вами не выделяем какой-то сегмент, что вот хайп там NFT, или хайп там DeFi, или хайп GameFi, или хайп Decentraland, тоже, да, известная DAO, соответственно, Metaverse.
мы с вами говорим о том, что в принципе это все DAO. То есть это, понимаете, такая прослойка, которая, она хайпу не подвержена сама по себе, но она достаточно объемная. Ну, то есть 6,5 миллиардов денег это в трежере о чем-то договорит. Понятно, что где-то там, собственно, само это трежери, да, состоит из тех же самых активов, ну вот тут на 77%, которые потом куда-то реинвестируются и прочее, да. Но тем не менее, эта капитализация, она все равно складывается из очень многих данных, из очень многих, соответственно, ассетов. И, соответственно, очень многих отраслей. И вот NFT 2.0, прелесть их заключается в том, что с одной стороны, вроде бы это не про картинки, ну как вот я вам показывал про Uniswap, ENS и так далее. Вроде бы это и не про DAO, и вроде бы это не про протокольную часть с точки зрения того, как туда развивается там L1, L2, L3, или даже возьмем ниже L0, но в то же время это возможность связывать любые элементы. Например, если вы посмотрите на манту и вообще на обстек и все, что потом рождается L3 с обстека, то, соответственно, вы поймете, что по большому счету можно сделать это же с помощью NFT. То есть можно придумать сетку, запустить ее, запустить своих валидаторов и так далее. А можно сделать в роп NFT, которые будут интероперабельны в оптимизме, в арбитруме, в манту, да, соответственно, в манта-пацифик и прочее, прочее. И вот, это, вот этим NFT 2.0 интересно. То есть они уже встроены туда, чего еще не существует. Это как отправка по e-mail денег в PayPal. Ну, если вы раньше там пользователи, сейчас пользуетесь, не знаю, правда, сейчас зачем. И, соответственно, то вы могли отправить мне на e-mail деньги, я еще не был зарегистрирован в PayPal, но при этом деньги я уже получал. По факту я получал уведомление, что пойдите зарегистрируйтесь, и вы получили такой-то платеж. Ты туда переходишь, и, соответственно, как бы было удивительно, что вот по e-mail ты получил какую-то сумму средств. Понятно, что она была централизованная и так далее. Но то же самое можно делать с помощью NFT. Я могу вам отправить NFT в тот момент, когда у вас еще как такового кошелька вашего активного нету в сети. Мне достаточно, например, если особенно это EVM история, да, мне достаточно, что в принципе он совпадал по адресам, что сделать легко. Либо, чтобы был децентрализованный оракул, который мне скажет, что соответствие вашему кошельку там в сети Solana, это вот такой-то кошелек. Ну, вы наверняка, если как раз тестировали там Браус и прочее, видели такие связки, они достаточно простые, и многие не EVM airdrop, они выплачивались, да, соответственно, таким же путем, путем связки, соответственно, с EVM ключом. Ну и последнее, о чем я хотел сказать, это вот эта короткая таблица. То есть, если вы прям хотите попрактиковаться, то самое, наверное, перспективное и понятное, чем сейчас можно заниматься в NFT 2.0, это soulbound токены. То есть, это вот я показывал вам ребят из CollabDAO, можете выбрать кого угодно других. Это когда вы с помощью них авторизуетесь. Есть такой проект, вот я вам тоже показывал, MICE. У него сейчас там есть, происходит ребрендинг и так далее, но есть много интересных механик. Самое главное, что вы приходите и с помощью сервиса можете получать различные доступы, уровни доступа, настраивать. И вот вчера был по этому поводу вопрос. Мне кажется, что SBT это прям идеальный инструмент для транзакционной репутации, потому что репутация – это не инструмент, который можно передать кому-то, но это инструмент, который можно заложить. Вот SBT – это именно про это. Соответственно, я белым цветом выделил труды, скажем так, сами fungible токенов Soul Finance, и есть такой сайт, называется SFT Project, где можно посмотреть, кто, в общем, уже использует этот стандарт 3525 ERC-шка. Можете глянуть, не скажу, что эта история мне заходит идеально, но она имеет, по крайней мере, под собой какие-то основания, и она идеально накладывается на рынок деривативов. И, соответственно, если вот вам интересно куда-то в эту сторону шагать, деривативы там второго, третьего, пятого и так далее порядка, вы можете, соответственно, посмотреть в эту сторону. Ну и последнее, это, конечно, в роп NFT и DNFT, да, то есть я показывал там и NFTX, и Charge Particles, и Chainlink. Я думаю, что динамические NFT вот в хайпе GameFi 2.0, они, конечно, имеют большие перспективы, ну просто огромные, хотя бы по той простой причине, что на самом деле без этого надо бы городить большое количество огородов, да, вот в частности создавали стандарт ERC-1155,
он очень неудобен, потому что если у тебя хотя бы одна копия потеряна, то, соответственно, что дальше будет происходить? То есть, кто будет являться, например, владельцем коллатеризированного 1155, у которого нет 100% долей обладания ни у кого из владельцев коллатера? Это большой вопрос. Или, например, если ERC-1155 заложен в виде матрешки, там 1155 в 1155, и там еще 1155, да, еще какое-то количество. Вот, каким образом разворачивать, если никогда не будет собрано тоже 100% этих самых копий? Поэтому это было хорошо и красиво, когда на бумаге, когда вот у вас, собственно, каждая копия – это часть доспехов, да, вот, вот это вот перчатки, а вот это у вас, соответственно, рюкзачок, а вот это у вас меч. Но это очень странно, когда вы выходите за рамки игры. А в принципе блокчейн-среда, она обязана быть интероперабельной, она должна выходить. Поэтому Steam так не любит, да, историю, связанную с блокчейном. Но, как мы видим, тренды меняются. Google разрешила блокчейн-рекламу. Поэтому я думаю, что вот эти три короткие лекции, они вдохновят вас. Вы посмотрите на вот это в шире, потому что в NFT 2.0 и в программируемых ассетах, наверное, самые большие рынки лежат на сегодняшний день. Неважно, это IoT и там блокчейн, искусственный интеллект и блокчейн, игры и блокчейн и так далее. В принципе, везде там применимы программируемые ассеты. Это следующая сущность, которая не коин, не токен сам по себе, а вот именно такая гибко настраиваемая модель. No code при этом. У меня, в принципе, все. Я благодарю, что пришли. Если есть вопросы, готов ответить. Да, Владимир, спасибо большое. У нас есть уже несколько вопросов. Первое – это на каком стандарте ERC основано создание NFT 2.0? Вот это самая большая прелесть – на любом. То есть вы можете сделать на 721, на 1155, вот ребята делают на 3525. Потом есть стандарты аренды, там 43, чего из головы вылетело. Вот, соответственно, на любом. Вот это, ну, то есть это все, что является NFT, может быть, соответственно, NFT 2.0. В этом прелесть. То есть не надо ничего дополнительного там писать и так далее. Угу. Следующий вопрос. Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы создавать NFT 2.0 в новом контракте, требуется proof от контракта с NFT 721? Ну, да, если вы, например, там в коллектор его закладываете, то, конечно, должно быть разрешение. Опять же, оно может быть разовое, ну, то в зависимости от того, какой протокол. Потому что вот я показывал, там 150 приложений, да, у них разные у всех архитектура. Бывает, что разово выдаешь разрешение, и, например, он просто после сделки забывает о том, что у него был проф. Ну, либо стандартно, да, так же, как вы выставляете там на OpenSea, Rarible и так далее, вы выдаете approve вообще, то есть до покупки, условно говоря, например, или вообще до без времени. Поэтому от этого зависит. Но в целом вопрос правильно сформулирован, и ответ – да, именно так, надо approve делать, конечно. Угу. Спасибо. И еще один есть. После создания NFT 2.0 старая NFT 721 остается у владельца или она будет переведена новому владельцу? Ну, как, зависит от того, чего мы хотим сделать. То есть, смотрите, например, вы владеете криптопанком, да, ну, это не 721, каким-нибудь контрактом, короче, 721 вы владеете. Вы владелец. Физически, когда вы создаете NFT 2.0, это значит, что вы разрешаете контракту NFT 2.0 оборачивать вот этого вашего там товарища, да, NFT-шного. И дальше вы можете указать получателям себя, можете указать получателям какое-то другое лицо. Если это гибко настраиваемый какой-то контракт, вы можете, соответственно, указать и какой-то контракт. Ну, то есть это может быть сам смарт-контракт. Например, там смарт-контракт, ну, вот так делают ребята в Charge Particles. Они там часть коллатерала отдают во владение AAV. Соответственно, часть коллатерала, которая лежит у вас внутри, оно по факту является, ну, лежит на депозите в AAV, и вы получаете за это процент. Поэтому все зависит от того, кого вы хотите назначить, собственно, этим самым получателем. Или, например, может быть такая механика, что через 100 дней владельцем будете вы, через 110 дней там следующий кошелек, через 120 следующий, ну и так далее. Да? То есть в этом и прелесть, что мы можем очень гибко настраивать. Я просто сейчас так рассказываю достаточно примитивно, потому что все зависит от среды, куда мы хотим это все поместить. Поэтому ответ, если очень коротко, ответ звучит так. Получателем является тот или те, кого вы указали. Угу, все понятно.
Так, ну вопросов больше нет. Вот, если ребята еще что-то напишут, мы передадим вам обязательно. Давайте тогда завершать. Спасибо большое, Владимир, что пришли. Вот еще раз к нам рассказали про NFT 2.0. Спасибо, ребята. Скоро все выложим на YouTube, поделимся ссылками, как обычно. Ну и, наверное, все. Всем хороших выходных. Да, спасибо, что пригласили. Было интересно пообщаться с вашим комьюнити. Всем, да, хороших выходных. Пока. Все, пока.